Пошли из школы работать в Одинцовский, на Одинцовский завод. После физкультуры прям сразу? Нет, летом пошли работать. Мы проработали июнь месяц, заработали 7 тысяч рублей. По тем временам это нормальные деньги, чтобы купить себе плавки за 7-600, у папы 600 рублей еще взять. Ну, в общем, работали, на самом деле, на совесть 10 часов в сутки. Иногда оставались на ночь, но зато мы поняли цену деньгам. И я всем советую, чтобы, знаете, многие говорят, что он ГИМО, там, мажоры и так далее. Друзья, можете там говорить, там, все что угодно. Мы знаем, какую мы жизнь прошли, и не всем ГИМО попадает по блату. Многие студенты ГИМО, которые сейчас учатся, это люди, которые приехали из других городов. Сейчас это уже проще сделать, сдав ЕГЭ, потому что ГИМО принимает абитуриентов, которые хорошо показали себя на ЕГЭ. И в мое время, когда я поступал, это был 2003 год, немного было вот прям видно, что где-то, что прям богатые такие абитуриенты. Да, конечно, это каждый раз были, и без них никуда. И они хорошие люди, тем не менее, все. Они не виноваты в том, что их отец или мама как-то быстрее начали думать в 90-е годы. Вот, минутка правды на передаче. Загрустили, да? Роман, а вы? Кем я работал? Я был очень хорошим сыном, и мне родители покупали футбольный мячик, и мне, в принципе, ничего не нуждалось. Чуждевенец. Не совсем так. Ну, мне, в принципе, не... Ну, я всегда, вот, если во время студенческой жизни, я всякие мероприятия вел, был каким-то активным студентом, и мне давали всякие пособия, и мне, в принципе, хватало. То есть, у меня университет всегда мне помогал материально. Слушай, расскажи, как ты за Жириновского ходил, выступал. За Зюганова, да. Ну, это смешно, могу рассказать. У меня был период, когда я, так как я очень активный, да, мы ходили на митинги. Очень, кстати, распространено это было раньше, сейчас, наверное, нет. Сейчас нет. То есть, ты идешь на митинг, и тебе платят 300 рублей. На курсе втором я был, ну, в принципе, все неплохо. Час поставить, покачать, что-нибудь идешь. А я был самый активный, был я и мой товарищ был, Георгий Иванов. Сейчас спалил я его на всю страну. Вот, и мы с ним ходили, и мы пошли, нам сказали, вы будете против Зюганова кричать прямо. Там стояли бабушки, много бабушек, и вот мы два молодых, и там еще толпа, кто должна была нас поддерживать. Мы были зазывалами. Я должен был кричать, долой Зюганова! А он кричал, Амфилов, давай! И вот мы это кричим, давай, Зюганов, Амфилов, давай! Зюганов, он прям увидел, говорит, вот я вижу, молодежь свою позицию выдвигает. Что-то, а побежала бабка страшная, она говорит, ты черт, чтоб ты сгорел, я так испугался, я даже в соседний день пошел в церковь, было правда страшно, я за это получил 600 рублей, вот мой такой был заработок, но зато не таскал ящики, видите, все, так сказать, с креативом своим зарабатывал без физических нагрузок. А вот вы кто по профессии? Я уже сгорел, что кто я, геолог. Фашист. Нет, вы кем работаете? Вот вы сейчас кто? Сейчас кем ты работаешь? Ивент-директор. Рома, да, ты кто? Ивент-менеджер. Эвент-менеджер. Креативный директор эвент-агентства. А вы? Я артист. А что смешного? Объясните мне, может, это... Подача, да, вот. Подача, главное, вот подача. А сейчас кавказский акцент. Я артист. А эстонский? Я артист. А какие еще бывают смешные акценты? Смешные, ой. У Вани папа смешной. Ну, вот Ваня там смешной девушка. Латинский акцент. Да, у нас Абрамов у нас показывает кучу акцентов. Латинский акцент. Валерию как ты делаешь? Сложно я делаю. Что? Берёмся к артисту, пожалуйста. Так, ну. Что? Это был Екатеринбург ТВ. У вас есть профессиональная деформация психики? Ну, вот говорят, что юмористы, в принципе, в какой-то момент начинают все воспринимать, все происходящее в жизни с позиции смешно, не смешно. Да. Можно ли это использовать в юморе, да или нет? Ну, был такой этап. Я думаю, даже больше не то, что смешно, не смешно, ты больше воспринимаешь жизнь с позитивом. Да. И мне кажется, это большой плюс. Тебя мало что может расстроить. Если что-то в жизни происходит, ты там 5-10 минут ты печалишься, но потом ты начинаешь искать в этом какие-то смешные моменты, да. Ты смеешься с друзьями, об этом говоришь, и это все легче переживается, все быстрее проходит, и не так, да, как ты тебя трогает. Да, ты смотришь со стороны юмора, и ты замуж высмеять даже какие-то свои проблемы. И тебе смешно, легче у меня была. Пережить. Да, у меня была ситуация. Меня жизнь сводилась не всегда с порядочными женщинами. Я один раз. У меня была ситуация, когда я узнал, что она не очень порядочная. Мы были с ней в ночном клубе. Мы были в ночном. Подождите. Да. Мы были в ночном клубе, и там праздновался День оленя.
Я узнал, что они праздник, что именно в день оленя. И я всегда смеялся это с юмором. То есть мне, в принципе, смешно. В день оленя я узнал, что я сам, наверное, олень. Да? Вот, видите, проще. И вот так можно на все смотреть больше с позитивом, с улыбкой. А, Евгений, а вы кто по профессии? Не по специальности, там, не по образованию, вот вы кто? Тоже вот мы коллеги с Романом, мы работаем в креативном агентстве, там директор по проектам. Ну, там у нас все директора. Пять человек, все директора, да. Правда, что чувство юмора может заменить вот любую религию? Конечно. Это вопрос к вам. Да? Не, я как бы... А почему к Ивану, кстати? А вот, кстати, нас уже интересует, Ольга, вопрос, почему к Ивану? Нет, почему к Ивану? Вы атеист? На фоне всех событий хочется сказать, что нет. Нет, я не атеист, я терпимо отношусь к любой религии, но сам я не верю в Бога. У меня есть свое собственное, грубо говоря, понимание, что такое святое, что такое не святое. У меня есть то, во что я верю. Но это никак не связано с теми событиями, которые описываются в различных источниках, будь то Библия или Коран. Так вот завернул. А остальные? Я тоже не верю. Я верю, да. Угу. Что что-то есть, что... Живете по заповедям? Так. Нет, ну... Вот это лишнее. Нет, ну не по основным. Основные я не нарушаю. Видели бы вчера Сергея. Там все заповеди нарушены. Просто каждый человек там выбирает уже... Сергей тут пытался нам рассказать, что он сериалы смотрел. Сергей смотрел сериалы, все верно. Просто они были православные. Просто их разыгрывали вчера реальные люди, и Сергей это смотрел. Вчера, на самом деле, у нас была культурная встреча с ребятами, которые приехали к нам в прекрасный город Екатеринбург перед концертом, и мы с ними весело обсуждали. Кстати, религию тоже немножко обсуждали, я уже не помню. Иван, а зачем вы ломаете наш стол? Вы нервничаете? Нет, я нервничаю. Мне кажется, здесь есть крепеж, который можно скрепить. Или нельзя? А вы вообще умеете что-то делать руками? Вот мастерить, прибивать? Мастерить? Я вообще, у меня даже кличка мастерица. Или так называют. Не, на самом деле, я, вот мой большой минус, я очень плохо себя проявляю, как будущий муж, в плане что-то починить дома. У него в конторе муж на час есть скидка. Да. Муж на час, и всегда берите, вот если в Москве будете Сергея. Сергей очень порядочный. Серьезно, муж на час отличный услуга. Просто мне кажется, что в 21 веке можно мужчине заказать мужчину на дом. Тем более москвичу, да. Ну, хотела сказать, достаточно плоская шутка, то, что она вас развеселила, меня удивляет. А меня тоже удивило. Как автор этой шутки, я вообще не рассчитывал на такой отзыв. Хоть что-то руками вы умеете делать хорошо? Руками? Да. Играть в PlayStation. Я готовить умею очень хорошо. А что готовить? Расскажите ваше фирменное блюдо. Да, много, я стараюсь как-то не повторяться, поэтому стараюсь пробовать всегда что-то новое. Я иногда же Евгения заказываю на дом, чтобы... Приготовить вот, что-то вкусное. Может, на час вот по кухне, мне Евгений. Я все делаю сам, готовлю. Я, на самом деле, у меня такая семья, где папа с мамой мне дали большой жизненный опыт. Я делал ремонт сам, я делал... Вот видите, я правильно заметил, что вы самоадекватный. А значит, я в PlayStation играю, это человек, который не любит повторяться в жизни. Самоадекватный. Ну, не так. Геолог, антикоммунист. И человек, который делает все своими руками, артист. Отлично. И атеист, не забываем. И готовить я тоже люблю, как Евгений. А вот Ромка, интересно, что у нас? Нет, я тоже люблю готовить, готовлю. Вы знаете, легче всего сказать, я люблю готовить, я готовлю все, нет, просто, я не повторяю. Пелемешки отварить. Что нас здесь объединило вот со всеми ребятами? То, что мы все очень вкусно готовим для своих вторых половинок. Может, мужчина не умеет готовить для себя? Для себя никто не старается, да, готовить? Вот у нас фестиваль итальянской кухни прошел недавно. Ну, кстати, провалился, я считаю. Да. Мы готовим очень вкусно, ну, мы, по крайней мере, стараемся готовить очень вкусно с душой, потому что вкусно – это как раз с душой, да? Допустим, почему любим бабушкины еду все и мамину? Потому что она папину, потому что с душой все приготовлено, с любовью. А когда ты готовишь с любовью, это вкуснее.